Очередной сход граждан прошел в майском сельском поселении на базе местной школы. В его работе приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, представители прокуратуры и межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Открыв сход с докладом о проделанной работе за текущий год, глава поселения Андрей Доцко. ЖКХ. Полномочия по организации в границах поселения электротеплогазоводоснабжения и водоотведения. Особенности нашего поселения состоят в том, что 592 квартиры пользуются услугами теплоснабжения и 720 домовладений подключены к системе центрального водоснабжения. Этими услугами пользуются 45% населения поселка. Имущество котельной, теплотрассы, скважины, водопроводные сети принадлежат майскому сельскому поселению. Поселение работает на сегодняшний день одна управляющая компания «Элит», которая обеспечивает жилые дома водоснабжением, водоотведением, а также занимается ремонтом и содержанием общедомового имущества. Эта управляющая компания также обеспечивает и вывоз ТКО от населения. Компания работает как ресурсоснабжающая организация, так и обеспечивает подачу тепла от котельных домов. На изготовление документации на объекты коммунальной инфраструктуры в этом году было потрачено из бюджета 6,2 тысячи рублей. Дорожная деятельность. Дорожная деятельность – это содержание дорог местного значения. Это 18,2 километра. На эти цели в бюджете поселения предусмотрены расходы в сумме 643 тысячи рублей. В 2016 году на эти цели выделялось 900 тысяч рублей, то есть сумма уменьшилась на 300 тысяч рублей. В 2017 году, за истекший период, в основные работы, что были проведены, это замена дорожных знаков, а также обновлены пешеходные переходы, где было затрачено 18 тысяч рублей. По благоустройству. Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов поселения. Для его решения необходимо достаточно финансирования. В 2017 году на эти цели было израсходовано 252 тысячи рублей. В зимний период велась очистка уличной дорожной сети от снега. В весенне-летний период велась уборка от мусора и раскашивание мест общего пользования. Весной силами сотрудников организации, а также школы, детского сада, дома культуры, а также концессионно, администрации, фермерских хозяйств проводилась работа по очистке лесополосы от поросли с последующей побелкой деревьев вдоль автодороги Кашхабль-Ходзь. Здесь одновременно хочется поблагодарить всех, кто участвовал в этих субботниках, в расчистке и так далее, потому что без вас, естественно, порядок мы здесь не наведем. К сожалению, большая проблема у нас остается по мусору, потому что вы сами здесь живете и сами видите, что у нас еще достаточно тех людей, которые выносят пакетики, то на елочки их вешают, то под кустики бросают и так далее. От этой проблемы избавиться тяжело, а самое главное, что мы не можем составить административный протокол, потому что когда этот пакет лежит в центре поселка, естественно, не найдешь концов, кто и когда это все бросил. И здесь просьба уже к вам, к населению, а также к нашим депутатам, которые были вновь избраны или кто остался на повторный, на третий срок и так далее. Руководство предприятия «Мамрука», знаете, Игорь Ухари, да, выделило средства и были приобретены строительные материалы на перекрытие кровли нашего храма, который находится в поселке Майск. Администрация поселения был организован подвоз дров нуждающегося населения. Вы знаете, что мы проводили расчистку лесополосы, и по результатам этой расчистки было заготовлено 8 машин дров. Эти 8 машин были развезены по самым нуждающимся, тем, которые, ну, социально незащищенные слои населения. Всего было 8 машин организовано на общую сумму 72 тысячи рублей. То есть мы совершенно бесплатно эти дрова привезли людям, которые нуждались. Глава поселения в конце своего выступления обозначил вопросы, которые являются актуальными сегодня и которые требуют незамедлительного решения. Далее было заслужено итоговое выступление участкового полномочного полиции. Лично мною в отчетный период выявлено и раскрыто 10 преступлений. Далее хочу остановиться на профилактической работе, проводимой на территории сельского поселения. За отчетный период на территории обслуживания было выявлено 111 административных правонарушений, по которым лица, их допустившие, были привлечены к административной ответственности. Участковым полномочным было выявлено 42 административных протокола. Далее хочу остановиться на лиц, состоящих на правочистском учете, таковых на территории 16, из которых формально попадающих под административный надзор 2, ранее судимых 2 человека, условно осужденные 3, из совершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних – 2, неблагополучных родителей – 2. Данным подучетным лицами на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения
повторных преступлений, либо административных правонарушений. На сходе также выступил директор управляющей компании «Элит», который озвучил проблемы в сфере ЖКХ и ответил на вопросы жителей. Завершая встречу, Заур Хамирзов, глава районной администрации, выделил основные задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Это создание группы общественного контроля для помощи администрации в решении насущных проблем, потребовал активизировать работу административной комиссии в плане наведения санитарного порядка на территориях, ремонт дороги по улице Филатова, подъезд к школе и так далее. В конце Заур Хамирзов ответил на все волнующие вопросы жителей.